самозарядный пистолет Сердюкова. Пистолет для силовых подразделений специального назначения. Разработанный под патрон повышенной эффективности 9 на 21 мм. Образца 1995 года. С дульной энергией пули 635 джоулей. Пистолет разработан для замены автоматического пистолета Стечкина, использовавшегося в спецподразделениях силовых ведомств. Требования к тактико-техническим характеристикам включали в себя возможность прицельных выстрелов на дистанции до 100 метров, поражение целей в средствах индивидуальной защиты, возможность выведения из строя автотранспорта и иной небронированной техники. Производитель утверждает, что пуля патрона РГ-054, выпущенная из гюрзы, на дистанции 50 метров пробивает лист титана толщиной 2,4 мм и 30 слоев кевлара. Необходимость в пистолете, кардинально отличающемся от находившихся на вооружении образцов личного краткоствольного оружия, возникла в 1980-х годах. Причиной послужило повсеместное внедрение в вооруженные силы большинства стран мира легких средств индивидуальной защиты разных классов. Кроме армии и правоохранительных структур, бронежилетами начали пользоваться криминальные и террористические группировки. Потребовался новый комплекс оружия-патрон, который смог бы эффективно поражать противника в средствах индивидуальной защиты. Пистолет при этом должен был иметь приемлемые габариты, массу и силу отдачи, а пуля используемого патрона – высокое пробивное и останавливающее действие. В декабре 1996 года пистолет принят на вооружение для спецподразделений ФСБ и ФСО под наименованием «СР-1» с патроном «СП-10». В дополнение к патрону СП-10 были разработаны патроны СП-11 с малорикошетирующей пулей, СП-12 с экспансивной пулей и СП-13 с бронебойно-трассирующей пулей. Патроны РГ-054, выпущенные из гюрзы, на дистанции 50 метров пробивает лист титана толщиной 2,4 мм и 30 слоев кевлара. Необходимость в пистолете, кардинально отличающемся от находившихся на вооружении образцов личного краткоствольного оружия, возникла в 1980-х годах. Причины. Пистолет при этом должен был иметь приемлемые габариты, массу и силу отдачи, а пуля используемого патрона – высокое пробивное и останавливающее действие. В декабре 1996 года пистолет принят на вооружение для спецподразделений ФСБ и ФСО под наименованием «СР-1» с патроном СП-10, использовавшегося в спецподразделениях силовых ведомств. Требования к тактико-техническим характеристикам включали в себя возможность прицельных выстрелов на дистанции до 100 метров, поражение целей в средствах индивидуальной защиты, возможность выведения из строя автотранспорта и иной небронированной техники. Производитель утверждает, что пуля... Самозарядный пистолет Сердюкова. Пистолет для силовых подразделений специального назначения. Разработанный под патрон повышенной эффективности 9 на 21 мм. Образца 1995 года. С дульной энергией пули 635 джоулей. Пистолет разработан для замены автоматического пистолета Стечкина и послужил повсеместное внедрение в вооруженные силы большинства стран мира легких средств индивидуальной защиты разных классов. Кроме армии и правоохранительных структур, бронежилетами начали пользоваться криминальные и террористические группировки. Потребовался новый комплекс оружия-патрон, который смог бы эффективно поражать противника в средствах индивидуальной защиты.